Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Bombastic Brothers. Ну что ж, давайте заберем, наверное, все награды, которые нам дают бесплатно. Так, нам выпадают сапожки, обычные на 23 уровень. Так, давай посмотрим, что здесь. Ага, рюкзачок на 24 уровень. Хорошо, так. Оу, вот это обязательно нужно сегодня глянуть. И что же нам достается? 200 опыта и 1000 монет. Так, а теперь, вау, какой-то браслетик, да, судя по всему, или пояс на 24 уровень. Ну что же, я думаю, нам это пригодится, тем более, смотрите, мы можем установить. Ага, автовыбор, замечательно, и мы можем также поднять уровень нашему Тони-младшему, даже не один. А нет, ребята, все, максимально 25-й пока уровень у нас, ладушки. Кстати, этот чувачок Тони очень крутой, поэтому, наверное, будем сегодня играть именно им. Так, в события. Скорее трать золотые ключи, погоди. Спасибо за участие, ждем вас на новых событиях. Здравствуйте, приплыли, я даже не успел ничего сделать. Так, что у нас на рынке происходит, на черном? Да, ничего, ребята, не могу купить. Хотя нет, могу вот этот ствол приобрести, но я думаю, что он... Ёлки-палки, ничего себе, он насколько круче. Считай, ребята, на 200. На 200, да? Ну, чуть-чуть поменьше, конечно. Но я вот не знаю, стоит ли покупать. Это уровень героя 23 должен быть. А у меня снайперша пока 13 уровня. Надо ее вначале прокачать. Но я этим пока заниматься не буду. Так, здесь у нас что? У нас легендарные, да, стоят перчатки. Поэтому менять не будем. Соответственно, и покупать. Ладно, здесь мы с вами посмотрели. Так, забираем деньги. 1800. Так, что у нас на ПВПшке? Пятое место, да, бронза 1, мы были повышены. Замечательно, 150 гемов мы с вами зарабатываем. Так, магазин арены, сколько у меня? 327 гемов. И что я... А, нет, ребята, у меня тут 180 очков. Что я могу на это себе купить? Сундучок один, да, с оружием, либо с одеждой, с броней, да. Слушай, я, наверное, пока ничего не буду покупать. Мало ли там чего, да, нам пригодится это все в дальнейшем. Что у нас в магазине? Давайте откроем бастер. Бастер, бустер, конечно же, бустер. Оу, неплохо. Ребята, неплохо. Три карточки мы с вами получили на нового наемника. Но пока еще мы не накопили достаточно, чтобы его активировать. Командный пункт завершаем. И здесь тоже завершаем. Так, и сразу же, наверное, мы за следующим заданием, да, отправимся. Давай-ка вот сюда, наверное, мы выставим наших ребятулик. Хватит по мощам, во, замечательно. Так, и, наверное, вот сюда отправим. Так, стрелка и убийцу. Классно. Еще, ребята, два задания мы с вами активировали. Пускай они будут проходить их потихоньку. Рекламу я смотреть пока не буду. Это все сделаю за кадром. А что у нас тут? Стыковочный отсек. Ну, понятно, это все нужно проходить. Опять же, это будет все за кадром. Не буду я вас сейчас этим делом томить. И думаю, что пора нам отправляться на задание. Кстати, ребята, в бункере я в данный момент нахожусь на 40 этаже. Так, давай заберем реворд. 1200, да? Опыта. Так, я пока не буду здесь ничего начинать. Ну что, у нас, ребята, с вами 5-й акт. Да? И четвертое задание. Городские трущобы. Поехали. Будем выбирать с вами, естественно, Тони-младшего. Погнали. Так, мы с вами где-то, я так понимаю, в пустыне. Этот мир еще не захватили инопланетяне? В чем его секрет? Вряд ли в этом заслуга местного лидера Джафара, который только и делает, что прячется в своем дворце. А его имя подозрительно напоминает имя одного известного мультяшного злодея. Да? А ну-ка, ребята, давайте-ка проучим всех здесь. Слушай, довольно неплохо бомбим. Не зря я качался, тренировался. Все нам только пойдет на пользу. Зачем я применил суперудар? Кто мне скажет, а? Зачем? Я думал, что это, ребята, как у Джеффа. Бомбочка обычная, но нет. Это именно суперудар был. Так, ладно, с этими разберемся. Сейчас будет у нас перезарядка, подождем маленько. Отлично, продолжаем наш путь. Так, здесь, ага, здесь будет небольшая такая засада. Тихо, 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 не буянь, парнишка, не буянь, иди ты в лес. Так, ребят, частенько применять лучше щит. Он нам пригодится, поверьте мне. И надо всегда
учитывать тот факт, что не забывайте, ребята, если у вас есть какой-то вот скилл, лучше его употребить. Должно у вас это в привычку войти. Потому что на одной стрельбе вы далеко здесь не уйдете. Поверьте мне, это факт. Так, идти, роднуля мой. Все-таки саданул маленечко. Ладно, это терпим, пока особого ущерба я не получил для здоровья. Но, тем не менее, таких ошибок лучше не допускать. Потому что, опять же говорю, войдет все в привычку, и потом вы будете от этого страдать. Да ладно вам, хорош. Аглоеды успокоились. Опа, 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 роднуля появился. Так, еще один, да? Иди ты в лес, парнишка. Хорош, успокойся. Не понял, что это? Что там еще, снайперюшка какой-то? Так, давайте-ка щит поставим. Ага. Не тут-то было, да, роднуля? Что, все, распластался? Ну, в принципе, так и должно было быть. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Слушай, я думаю, что этот уровень мы с вами пройдем на изи. Угу. Так, босс или что? Ёлки-палки. Кстати, знакомая физиономия у этого босса. Помните, да, его? Он уже нам как-то попадался. Я так лично его очень хорошо помню. Эти! А если тебя вот так вот садану, а? Как тебе? Ну что ты за мной ходишь по пятам? Уйди. Ха-ха-ха. Да ладно, успокойся. Меня... Ой, ребят, перезарядка. Перезарядка идет. Иди-ка ты в лес, парнишка, за дровишками. Так, ну что, я, смотрите, его, ребят, практически разобрал. Все, осталось добить. И уровень у нас пройден. Шикарно. Ай, какой сладкий реворд. Я обожаю, ребята, мы получаем опыт, получаем деньги. Шикарненько. Так, мы, кстати, можем с вами проапать персонажей. Хотя я, наверное, этого делать не буду. Мы с вами получаем 28 уровень. Так, и впереди у нас еще два этапа. Это у нас уровень сложности, как вы понимаете, обычный. Так, дай-ка я кое-что гляну. Мы с вами, во-первых, заработали сундук. Надо его открыть в обязательном порядке. Будет, конечно, обычная шмотка. А нет, смотри-ка, зеленая, да? То есть редкая. Ладушки, деньги мы с вами подобрали. Улучшить я пока никого не могу. Ребят, смотрите, сколько у меня всякого барахла. По идее, вот это все нужно разбирать. Ведь потому что, когда ты разбираешь, ты можешь себе крафтить новые шмотки и вещи. Вау, 24 уровень на снайпера. Если бы у меня снайперша была прокачана. Кстати, а почему бы нам ее не прокачать? У нас же с вами достаточное количество... Так, подожди, как мне отсюда выйти-то? Я уже забыл. Достаточное количество... Сейчас, секунду, глянем. Глянем, подождите, не будем спешить. Вперед, батьки. А ну-ка. Сколько? Ой, по красоте. Давай улучшать, потому что это единственный снайпер в данный момент у меня в команде. Вы посмотрите, сколько я уже могу понадевать всякого барахла. Смотри, опа, ты понял? Вот так она улучшается. Ребят, смотрите, легендарная каска на ней. Вау. Чётенько, пушка редкая. Вообще замечательно. Но все равно, ребята, 18 только уровень. Нам нужно прокачать до 25-го. В данный момент у меня только 3 героя по фулочке. Джефф имеет 25 уровень. Плюс у него 2 звездочки. Но поверьте мне, вот этот вот, да, эпический герой. Это у нас Тони младший, как я уже говорил. За счет него, кстати, я и могу сегодня делать продолжение игры. Потому что он очень нам дал большую прибавку к мощам. И я могу продолжать дальше играть. Так, ну что же, у нас с вами акт 5, грязное дело. И давайте посмотрим по мощам. Ух, я думаю, что мы даже пройдем с вами этот эпизод. Ну что, роднули, встряхнулись? Лично я встряхнулся, и я готов. Мне кажется, я знаю, как город смог продержаться так долго. Уровень развития технологий низкий, но местные жители защищены древними силами, которые охраняют их от пришельцев. Впервые слышу про древние силы. Абраганцы обнаружили их внутри пирамиды, в которой была спрятана лампа, в которой было спрятано яйцо, в котором была спрятана иголка, или как-то так. У меня от этих аномалий уже все спуталось. Понятно, отсылка на яйцо Кощея Бессмертного, да? Ну, так скажем. Ладно, ребята, нас это не волнует. Так, здесь надо перепрыгивать. Ох, елки, я же сказал перепрыгивать. Почему ты у меня упал, родной мой, а? Тони младший. Тони младший. Знаете, как будто это Тони Старк младший. Так, ну что же, двигаемся. Давай бомбить. Сейчас, кстати, ребята, будет перезарядка. Надо поставить щиты. И вот так вот, хопа. Круто, круто. Лучше не придумаешь. Где-то махламон, который... Нифига он, ребята, еще не появился у нас на экране, а он уже бомбит. Так, здесь тоже нужно аккуратненько. Двойной прыжок, естественно. Так, ты там не пуляй и не стреляй, красавчик. Так, все, пока идет тип-топ. Ребят, естественно, как же без ловушки? Давай вот так вот, хоба!
Накрыли медным тазом. Дальше, дальше двигаемся. Так, гранатометчики. Иди ты. Так, перезарядка. Длительная причем. А если я так вот... Ой, хотел ударить, а почему-то не получилось, ребят. Ну-ка. Что такое, ребят? Я правильно кнопку спутал, да, стрельбы. Бывает, бывает такое. Так, давай-ка мы гранатометчика подбили с вами. Суперудар. Ой-ой-ой, промахнулись. Ладно, ничего страшного. Так, комарики, вы достали уже. Интересно, когда мы с вами перейдем на другую локацию, будут у нас новые какие-то виды монстров или же нет? Я, например, соскучился по маузерам, да? Помните таких? Ладушки. Пока у нас всякие тут травоядные насекомые, дикобразы и так далее, да? Ватники, одним словом. Ну и, конечно же, ниндзи, вот эти вот. Клан футовцы, они почему-то у нас тут везде. Так, подожди, тут у нас... Давай-ка разберемся с паршивцами. Успокойся, парнишка. Отдохните. Ниндзи, так, перезарядка, ребята, сейчас будет, поэтому... Поэтому нам нужно... Да, подождать, маленько говорю, времени. Так, четенько, пока все четко, ребят, под контролем я держу ситуацию. Хоть она и немножко была накалена, но ничего страшного, у меня еще и суперудар. Я, конечно же, пока его тратить не буду, не вижу в этом надобности, пока все довольно легко проходится. Так, опять перезарядка, вот не вовремя, постоянно так получается у нас, ребят, перезарядка происходит. Ну что ты там стоишь-то, елки-палки? Так, вроде бы идем пока нормально, да? Опять ловушка, что ли, да, ребята? Опять очередная ловушечка у нас здесь. Да, ой-ой-ой. Ох, сколько вас. Так, врубаем щиты. Врубаем щиты и начинаем отстреливаться, конечно же. Так, иди-ка ты. Комарики, вы достали меня уже, серьезно говорю. Вот так вот вам всем. Нахрапом буду бить. Жалко, конечно, что пушка стреляет не очень далеко, то есть она до конца экрана не пробивает. Вы сами это видите, да? То есть вон ту бочку я уже подбить не смогу. Мне нужно немножечко вот так вот придвинуться к ней. И вот только сейчас я могу достать. Так, перезарядка. Очень, ребята, долгая перезарядка. С этим, к сожалению, ничего не сделаешь. Далеко ли это пространственно-временная штука? Она называется пространственно-временная микроаномалия Эйнштейна-Хокинга. Да, она самая. Очень близко, сэр. Как только мы ее обнаружим, мы сможем откатить все изменения в наше времени. Поспеши, агент. В этой абраге даже поговорить толком не с кем. А, ребят, победа. Прошли мы с вами уровень. Ух ты, опять получили. Наверное, следующий уровень у нас будет, да? Я на это, по крайней мере, надеюсь. Ну-ка. Нет, не дали. Ну что же, приступаем... С вами шестой миссии, да? Собака старая, а фокусы новые. Довольно неплохое название. И смотрите, какой там, ребята, у нас выпадет сундук. Видимо, легендарный. Я с удовольствием приступаю к этой миссии. Так, я думаю, что здесь уже будет действительно серьезный босс. Потому что это заключительная миссия на этом этапе. Босс! А, так, такого, ребята, босса я на самом деле уже видел. Я даже дрался с ним. Так, он сейчас будет под землей. Я знаю даже стратегию, как с ним драться, потому что он в бункере мне попадался. Именно этот, ребята, босс. Да. И он на самом деле очень-очень ватный. Не знаю, будет ли он тут какие-нибудь фокусы новые вытворять. Но тактику владения боем, ребята, именно с ним я знаю. Так что все шикарно. Так, отойдем, чтобы он меня щупальцами своими не задел. Да ладно, успокойся ты, пожалуйста. Давай, опять, ребята. Ну, согласитесь, ватный. Очень-очень ватный босс. Единственное, что я не могу его атаковать, когда он под землей. Но когда он появляется из-под земли, конечно же, он полностью наш. Ну, давай, стреляй. Оп, все-таки попал, да, маленько? Да, было такое дело. Но пока терпимо. Давай, выкаблучивайся, выделывайся. А ну-ка, появись. Появился. Расстреливаем, ребята. У него осталось все. Здоровья больше у него нету. И получается, что этот уровень мы с вами прошли. Вау, я хочу вскрыть этот сундук. Мы с вами получаем 29 уровень и 25 гемов. Так, и что же у нас выходит? Подожди-ка, а почему меня не перекинули на 6 акт? В чем проблема? Нужно завершить миссию 3-6. Оно сдохло на уровне сложный. Ага, вот оно значит что. Ладно, так давайте-ка мы с вами откроем сундучки. Хочу вот это начать. Воу! Получено новое оружие Валькирия. Это, кстати, для убийцы. Нужно 24 уровень. Слушай, ну это шикарно, я думаю. Элитный ящик. Так, давай вот здесь, наверное, мы еще посмотрим. Ух ты, жилет. Ты прикинь, у нас надет вот такой обычный.
А тут насколько лучше? Но опять же уровень 23 нужен. Слушай, есть вероятность, что мы сейчас с вами прокачаем. Так, а где мои герои? У нас с вами не так, конечно, много опыта для того, чтобы прокачать. Но я думаю, хотел сказать на пару уровней, но нет, ребята, не на пару уровней. Чуть-чуть совсем не хватает. Совсем капельку. Так, денежку я, наверное, заберу здесь быстренько. В магазине, кроме ресурсов, есть что-нибудь? Нет, это я все сделаю за кадром. Это я все сделаю потом. Не буду вас томить этими рекламами. Потом сам это все. Так, а тут-то что у нас? Вау, я могу улучшить, ребята, мостик. Ну, наконец-то, наконец-то. Мне это очень, ребята, нужно было. 11 часов будет улучшение. Так, а теперь давай посмотрим, что нам нужно для того, чтобы пройти следующие уровни. Так, бункер, это все понятно. Так, что там нам... Подожди, что нам тут написали на 6-м акте? 3,6, оно сдохло. 3,6, это получается вот здесь, да? На уровне сложном. Угу. Так, давай глянем. Ох, ядрить тебя на корень. Ты посмотри, ребята, сколько нужно теперь мощей. Очень много, у меня столько нету, к сожалению. Поэтому я дальше, конечно же, продвинуться не смогу. Как бы я этого сильно не хотел. И меня это немножко расстраивает. Потому что сколько мне придется опять либо качаться, либо улучшать своих героев. Да, очень сильно хотелось бы мне, но, к сожалению, не получится. Но зато я могу, например, сходить вот сюда, на ПВП. Ну, заработать, ребята, немножко очков, скажем так. Давай, наверное, мы выберем. Так, 147 тысяч? Вы что, серьезно, что ли? Нет, так дело не пойдет. Так, твоя сила 66 тысяч, а сила врага 45. Да, я хочу, например, вот этого паренька разобрать. Бой, ну, как вы знаете, ребята, бой идет в автоматическом режиме. Я здесь никакого участия не принимаю. Мои персонажи дерутся сами по себе. И, как я вижу, довольно успешно. Очень хорошо. Воу, ну, Джефф сейчас погибнет и выйдет Тони-младший. Судя по всему, да? Давай, Тони, выходи, покажи, где раки зимуют этим ребятам. Вау, просто бомбит. Четенько. Ну что же, мы с вами зарабатываем 20 ПВП очков. И сейчас мне предложат дополнительные за рекламу, но я, пожалуй, откажусь. Это еще 20 за видосик. Не буду, ребят, пока. Так, давайте мы, наверное, с вами следующее. Награда за место 21 и 50. 170 гемов. Я в данный момент вхожу. Да, я вхожу, я на 35 месте. Поэтому давайте-ка мы с вами дальше будем подниматься по рейтингу. Вот здесь интересно, я смогу потянуть? Ага, практически тютелька в тютельку. Ну что ж, давайте посмотрим, ребята, сможут ли мои бойцы здесь одолеть противника и, соответственно, подняться в рейтинге. Потому что чем выше у нас будет рейтинг, тем слаще будет по заключению, по завершению вот этого вот боя награда, естественно. Нам нужны будут с вами опыт для того, чтобы прокачивать наших персонажей. Это неплохой вариант. Так, тихо, подожди. Неплохой вариант именно для заработка. Слушай, я думаю, сейчас, конечно, Джефф упадет здесь. Но есть Тони-младший, который сейчас начнет всех крушить. Причем Тони-младший, вот этот вот пес, это у нас эпический герой. Они очень крутые. Воу, фига бомбанули. Так, сейчас, наверное, Тони тут распишут. Скорее всего, или нет. Тони, а почему ты... Вот. Ай-яй-яй-яй, подбили. Ну ладно, давай, волкодав, бомби. Я знаю, я верю в тебя. Фу, порвали просто-напросто. Дополнительная награда. Я думаю, что мы пока без нее обойдемся. И давайте-ка еще с вами последний у нас здесь бой. Я думаю, чем... Так, видите, ребята, сколько у нас прибавляется, да? 21, 21, то есть нам выгодно вот с этими драться. Ну, давай вот этого возьмем. Ой, мы намного-намного пока круче. Поэтому 100% будет победа. Поехали, давайте посмотрим. Да-да-да-да-да, давай снайпер. О, молодец, Джефф. Ушатал снайпершу, но здесь, конечно, мы проиграем. Да, проиграли. Ну-ка, Тони, устрой-ка здесь расколбас, не детский. Давай-давай-давай-давай, бомби, отлично. Он еще и щит на себе поставил, это вообще круто. Так, убийца. Нет, никаких шансов, ребята, абсолютно у них нету. И мы зарабатываем с вами еще 20 ПВП очков. Так, здесь мы с вами пропускаем.
Так, и что же нам дальше с вами сделать? В бункер я не пойду, я знаю, что я там не осилю. Просто не смогу справиться. Что ты мне показываешь? Что я могу... А, ну ежедневные миссии. Ну это, конечно, да, можно, ребята, поиграть маленечко. Можно, например, вот здесь вот взять Тони-младшего, да, и просто сделать такой бомбический расколбас. Они его навсегда запомнят, на всю свою жизнь. Ладно, давайте сделаем. Подеремся с вами три боя только лишь для того, чтобы я смог забрать обычный ключик. Но не забывайте, что если мы с вами сделаем три боя, мы еще получим с вами два обычных сундука и один редкий. Переживи три волны. Но это проще пареной репы, потому что для меня это не впервой. И, как мы видим, враг просто ватный. Разбирается с полтыка, так что никаких вообще трудностей здесь у нас с вами не возникнет. Опа! Я просто веселюсь, смотря им в глаза и стреляя им в лоб. Вот и все. Так, ну, единственное, конечно, перезарядка. Иди ты! Новая волна, да? Это вторая. У нас три волны будет. Ну, не стоит переживать за нашего Тоника. Это я вам точно говорю. Он здесь справится. А вот в бункере, да, там жесть. Я вам серьезно говорю, там такой трэш идет. Ну, вы, наверное, видели в прошлых сериях, что из себя представляет этот бункер. Там также, типа, пережить волны, только противники очень и очень жесткие. Очень жесткие, ребят. Так, и последняя, заключительная волна. Так, давай. Конечно, хотелось бы, ребят, заработать на самом деле легендарную какую-нибудь пушку. Просто вот очень сильно хочется, но маленький очень шанс на ее получение. В основном редкая, эпическая, можно еще как-то выудить. А вот насчет легенды придется попотеть, причем довольно сильно. Так, ладно, роботы, хорош летать здесь. Не понял, что еще тут за хламо тут. Так, ты у нас, я так понимаю, последний, да, из магикян? Да, ребята, победа. Ну, то есть мы с вами получаем 240 монет, один ящик и опыт для наших персонажей. Ну что, давайте тогда еще, наверное, с вами сделаем один бой. Даже не один, а еще два боя, да? И это будет самое то, что нужно нам. Так, переживи три волны. Ну, это стандарт. Эти все задания только и заключаются в том, что я должен, ребят, здесь пережить три волны. Они не меняются. В общей сложности, да, у нас получается за весь игровой ход, если мы будем начинать с самого первого наемника, 9 уровней. То есть 3 за одного бойца, 3 за другого и 3 за третьего. Да, 9 уровней. А если считать это по волнам, сколько там получится по волнам-то? 21 волна в общей сложности у нас будет. Так. Да ладно тебе, турелька, хорош буянить. Пройдем с вами вот этот вот. Ах ты! Что-то прижучивают меня, по-моему, ребят, здесь. Да я сам начинаю тут глупить. На всякую ерунду напарвусь. Так, новая волна, это у нас какая, вторая или третья? Иди ты в лес, парнишка. Так, дай-ка я врублю броню. Надо их, естественно, ребята, использовать. Да что? Ах, перезарядка! Я думаю, что он не стреляет. У него перезарядка, естественно, ребят. Так, еще одна турель. А не слишком ли много турелек-то, эй? Паренек. Так, и еще волна. Или подожди, это все с той же волны идет. Давай, 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 давай. Тони, перезаряжай быстрее свою пукалку. Так, минус, минус, минус. Да, ребята, очередная наша победа. Ну что же, нам остается еще один бой провести, чтобы получить нормальный сундук и, соответственно, опыт, да, для наших бойцов. Видите, сундук уже не какой-то там деревянный, а уже такой, ну, средненький. Neon Blade атаковали наших спонсоров. Защити их. Да, и вот это что-то новенькое на самом деле. Что-то я не помню таких заданий, что я должен кого-то защитить. Где там, кого я должен защитить? Просто отстреливаться? Ну, и в чем разница? От того, что я должен, например, пережить три волны. Я, ребят, честно говоря, не вижу. То же самое. Я думал, будут, знаешь, людишки бежать, и мы должны будем их защищать. Нет, все то же самое. Так, это у нас вторая волна. Я готов. Стоит он там, да? Базучик-пулеметчик. Давай-ка вон того, наверное, расчекрыжим, попробуем. Достаю, достаю, по крайней мере. Да эть! Тихо, отойдем. У нас перезарядка, как всегда. Естественно, ребят. В основном из-за того, что у нас идет перезарядка, я... Вот, начинаю глупить.
Потому что я кнопку стрельбы жму, а он, естественно, не стреляет. Враг не умирает, а я прыгаю именно в том направлении. И последняя, заключительная, третья у нас волна. Сейчас мы с ними тут быстренько разберемся. Так, опять перезарядка. Ать, стреляет со всех сторон. Кому не лень. И турель, и базутчик. Давай вот так вот сделаем. Ну, в принципе, терпимо. Наносят они мне минимальный урон, и я, ребят, выживаю. Так, и теперь пойдем открывать сундуки, конечно же. Где у нас? Вот здесь. Конечно же, открывать. Ух ты. На 22 уровень для убийцы мы с вами получили пушку. Так, давай теперь обычные. И еще один сундук. Ладушки. Годится на самом деле. Где теперь мои, ребята, бойцы? Где мои бойцы? Я хочу их немножко... Так, мы можем поднять джинджер уровень. Ну, нам деваться некуда, мы, наверное, так с вами и поступим. Поднимем ей еще один уровень. Итого 20-й. Опа. Крутенько, я тебе скажу. Потихоньку у нас мощь вырастает. Так, тут 11 часов ждать. Короче, когда мы с вами прокачаем мостик, мы сможем тренировочную повысить, по-моему, если не ошибаюсь. Так, максимальный уровень героя увеличивается до 30. Да, мостик у нас улучшается, но нам нужно будет с вами заработать 18 800 монет для того, чтобы вот это. И тогда у нас повысится уровень персонажей. И, соответственно, на 30 уровне я буду здесь просто рвать. И мы с вами, конечно же, пойдем на 6-й акт. Ну, естественно, я пройду вот этот акт, да, на сложном режиме. А потом перейдем на 6-й. Но это уже будет, естественно, в следующих, ребята, сериях. То есть, когда я прокачаюсь, тогда это все и произойдет. Так, а теперь давай посмотрим, что у нас тут. Подожди-ка, а где же мне... События-то у нас почему-то закончились. То есть, я не смогу сейчас, да, заработать ключики. Получается так. Печалька небольшая. Так, смотри, 15 тысяч стоит две карточки, вот, ребят, на эту снайпершу. На новенькую. Причем эпическая снайперша. У нас из легендарных героев пока только один. Это вот этот. Я его называю, ребята, Рэмбо. Ну, действительно, он похож, да? Хотя его звать здесь Венс. Он, кстати, чем-то похож на Джеффа. Ну, посмотрите, да? Вот Джефф и Венс. Я бы, честно говоря, назвал бы их два брата из игры Контра. Кстати, скоро появится новый герой. Я так понимаю, что это какой-то ниндзя. Может быть, что-то типа такого же Венса. Видите, у него повязка будет на голове. В общем, все это посмотрим. Естественно, ребята, когда выйдет новый персонаж, обязательно все это будем смотреть. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующих сериях. Так что удачи и до скорого.